Дмитрий Витолл занимается гиревым спортом всего лишь год, но уже добился высоких результатов. Помогают советы деда, ведь он в этом спорте был лучшим. Перед началом соревнований обязательная разминка. Мышцы должны быть готовы к серьезным нагрузкам. Гиревка очень серьезный должен быть всегда настрой. Гиревка должна быть сила медведя, выносливость коня. Потому что многие гиревики, известные спортсмены, говорят, то, что квалифицированный гиревик, уже начинает от мастера спорта, он всегда покажет хорошие результаты, что в тяжелой атлетике, что в легкой. То есть и силовые у него будут всегда показатели скоростные. Среди гиревиков есть и женщины. Они не уступают мужчинам по силе и выносливости. Так чемпионка мира по гирям 2017 года Ирина Миронова считает этот вид спорта перспективным и надеется, что он станет олимпийским. Гиревой спорт. Мало, он только начинает развиваться, в будущем планирует стать олимпийским видом спорта, и поэтому очень интересно заниматься видом спорта, который только развивается. 130 спортсменов из разных регионов страны приехали в Голицыно, чтобы узнать, кто лучший. Открытый Кубок Москвы по гиревому спорту привлекает многих, но далеко не каждому. Улыбнулась в этот день удача. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».